Я подготовил, как всегда, сборную солянку у меня, украшения, серебро. Очень разные украшения. Тут и ведьмочки, тут и рыбки, и бабочки, и янтарь, и серьги-пластинки, и даже реплики вошли. Но сегодня первый день лета, пусть будет это не сборная солянка, а сборная окрошка. Окрошка наша, пускай начнется серьги-ведьмочки. Сейчас мне нужно настроить, вот так вот будет правильнее. Это серебро черненое, сразу видно, насколько контрастирует, в отличие от серебра с родированным покрытием. Серьги ведьмы. Кто-то для себя, может быть, такие вещи мы продавали не раз. Может быть, для лучшей подруги. Стоимость 3600 рублей минус 20%. 3600 минус 20%. Далее, серьги-рыбки. Вот такого характера. Это уже серебро родированное. Сейчас для сравнения давайте вот так вот. Вот она разница какая. Черненое и родированное серебро. Кто-то Лилии написал, что серьги грязные прислали. Там ручная работа была, черненое серебро. Не грязное. Это такой эффект. Черненое серебро – это эффект состаренного серебра. Рыбки, серьги-пластинки, рыбочки. Вот такие вот они у нас. Здесь цена 4150 рублей. Это конечная цена на этой паре сережек. Следующая модель. Эмаль, Соколов. Соколов знаменитый своей эмалью. Вот такая вот застежка английская. Серьги нелегкие. 10 грамм. Вот цена 6000 рублей. По-моему, здесь тоже конечная цена без скидки. Очень красивые серьги, обязывающие, как говорится, цвета здесь. Но к определенному наряду такие вещи, конечно, будут классно. Первый день лета, бабочки, окрошка. Вот так вот Соколов нас радует. Одна из моих любимых моделей – серьги-пластинки. Что тут ценники у меня сегодня разворачиваются не той стороной. 2850 рублей серьги-пластинки. 5 грамм. Серьги как пушинка. Чуть-чуть заниженная игла. Но здесь не требуется сильное занижение. Серьги объемные, общая длина, общая высота около 5 сантиметров. Изображено здесь, по-моему, розочки изображены. Да, это розочки. Это массовое производство, это нельзя сказать, что это ручная работа. Так, снова во внимание у нас танцующие фианиты. Вот они танцуют. 4650 рублей минус 20%. Танцующие фианитики. Далее покажу. Покажу серьги. Ой, тяжелые. 21 грамм. Не шутка. Как в таких серьгах ходить? Спрашивает одна женщина. А вы в таких серьгах не ходите, вы в таких серьгах стоите. Это барочный жемчуг. 11 650 рублей минус 20%. Сейчас неправильно я показываю. Вот так вот, наверное, будет более правильно. Очень популярны сейчас эти вещи. С Лили в Москву ездили. Из нашей деревни, из Уфы, в Москву съездить. Я не раз видел женщин в таких украшениях. Но на практике смотрится, да, очень красиво. Барочный, правильнее, жемчуг. Жемчуг неправильной формы. 11 650 рублей минус 20%. Если не ошибаюсь, это у нас из новинок. Янтарь. Родированное серебро. Янтарь, Калининград. Смотрите, это мед. Это прямо мед. Тоже 20% скидка. Комплект при необходимости я смогу поделить. Для заказа, милые дамы, пишите мне лучше в WhatsApp. В комментарии тоже можно все что угодно писать, но для заказа WhatsApp. Это тоже янтарь. Украшение для души. Одна из моих клиенток здесь выразилась.
подвеска 5400 рублей, серьги 5550 рублей, минус 20%. Кольцо сейчас покажу. Вот такое вот кольцо. Это не Соколов. Ой. 19,5 размер. Стоимость 5400 рублей. Ну, в комментариях я видел просьбы покупать украшения, серьги с большими размерами. Размер можно корректировать. Эти серьги я уже показывал не раз. Это реплика. Серьги-трансформеры, колечки можно снять. 4000 минус 20%. Очень красивые серьги. Молодежка чистой воды. Ну, хотя не факт. Здесь не написано, что это молодежка. Украшение реплика. 6150 минус 20%. Это цирконы. В аквариуме, я так называю. Так, что я еще не показал здесь? Ну, такие вот ажурные модельки тоже имеют место быть. Очень красивая модель. Стоимость 3050 минус 20% составит 2440 рублей. Так, по-моему, все показал. А, нет, не все, смотрите. Путеводитель. Это топазы и серебро радированное. Топазы зажаты не просто в крапана, они зажаты в такие пенечки и сделана алмазная полировка там. Ну, на фото не видно, конечно, на видео не видно, но это, конечно, улет. Серьги сделаны высший пилотаж. Топазы. Мне кажется, это полярная звезда. Вы только представьте, как они на ушках откроются. Сейчас попробую отдельно показать. Вот они, как выглядят на ладони, эти сережечки волшебные. Очень красивые. Тут алмазка не только на крепежах топазиков, алмазка и по краям лучей звезды. Ну, теперь вот такой сюжетик. Я сейчас упаковываю ваши посылочки. Сегодня у меня 4 посылки. Пока 4 посылки. Ну, такое объявление. Вот на эту посылку я все еще не получил адрес. Не знаю, скорее всего, Лили пока не успевает мне передать. Это, если не ошибаюсь, в Челябинскую область. Это все у нас янтарь. Смотрите, какая красота. Эта посылка поедет с деком. Все в порядке, адрес я получил. Вот эта посылка за границу, но сначала в Краснодарский край она поедет. Но у меня нет ни номера телефона для получения смс, а это удобство. Номера телефона получателя. И нет индекса. Краснодарский край, станица, все это есть. Индекс почтовый тоже очень нужен. Это ускоряет пересылку. Далее это чудесное колье Клеопатра поедет, конечно, в Грузию. Вот такое колье. Хотел кое-что рассказать. Вот здесь в этом колье есть инклуды. Так называемое колье с янтарь с инклудами. Вот здесь вот с обратной стороны, если вы присмотритесь, кто получит эту посылку, здесь вот четко видно комара, а это редкость. Вот здесь внизу, в этом звене, внизу тоже видна какая-то козявка. Ой, сейчас. Вот в самом низу. Здесь, по-моему, я нашел то ли почка древесная, то ли цветочек там какой-то. Очень интересное колье вам досталось. Вот такой вот один шарик с инклудом. Мы на выставку ездили. Один шарик с инклудом от поставщика 4500 рублей стоит. Не знаю, почем вам досталось это колье, конечно, но вообще удачная покупка. Так вот. Так что, не стесняясь, заказывайте, выбирайте украшения на моей странице, на странице «Серебряная лилия Уфа», на тех страницах, которые ведет Лилия. Заказывайте, мы отправляем и ближнее, и дальнее зарубежье. Посылки доходят по России спокойно, с деком, или вот эта посылка с деком поедет. Или почтой, как вам удобно. Почта прекрасно работает, быстро первым классом доходят посылочки.
онлайн-оплата, заявки, заказы в комментариях можно, конечно, оставлять. Мы с вами свяжемся, но лучше сразу пишите на WhatsApp 8-927-30-10-180. Это мой номер телефона, меня зовут Ренат, и номер телефона Лилии. На ее странице ищите. Серебряная Лилия Уфа, Лилия Серебро. Ну, всем хорошего настроения, ждите ваши посылки, встречайте. Всем пока!